Во многих штатах США военные возводят госпитали для борьбы с COVID-19. Статья на РИА Новости за 4 апреля 2020 года. Военные США в спешном порядке возводят временные госпитали во многих штатах для борьбы с коронавирусом, заявил в субботу журналистам президент США Дональд Трамп. Инженерный корпус сухопутных сил провел оценку более 100 объектов во всех 50 штатах и быстрыми темпами возводит временные госпитали и альтернативные места для оказания помощи во многих штатах, сообщил Трамп. По его словам, более подробная информация скоро будет обнародована. В качестве примера Трамп перечислил Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган, Пенсильванию, Аризону, Калифорнию, Колорадо, Флориду и другие. Во многих штатах США военные возводят госпитали для борьбы с COVID-19.